Доброе утро. Доброе воскресное утро, я бы даже сказала. Мы сейчас будем завтракать. У нас тут три яичка, три бутербродика. Хотя нас и двое. Потому что мне одно яичко и один бутербродик, все остальное Вовочке. Приятного аппетита. Вообще у меня мечта по воскресеньям никакими делами не заниматься. Только отдыхать. Исключительно отдых. Я мечтаю так спланировать, организовать свою неделю, чтобы на воскресенье никаких дел не оставалось. Чтобы можно было с чистой совестью просто валяться на диване, на кровати и заниматься только теми делами, которыми тебе хочется. Хочешь — сериалы смотришь, хочешь — книжку читаешь, хочешь — другим каким-нибудь делом занимаешься, но только не думаешь о делах, о том, что нужно что-то решать, о том, что нужно что-то делать. Сегодня мы хотели поэкспериментировать, устроить себе именно такое воскресенье, но нет, Вова по привычке по старой идет на кухню, что-то там стучит, что-то там делает, ремонтирует. Мне нужно кушать, готовить сегодня, а это не одно из самых моих любимых занятий, поэтому нужно для начала съездить в магазин, купить все необходимое для приготовления ужина, а заодно я хочу походить сегодня в сумку себе посмотреть, о которой я давно тоже мечтаю, все никак не могу найти себе то, что мне бы понравилось. Так что воскресенье мечты отменяется пока что. Ну что мы делаем? Прогуляемся до Геры или возвращаемся туда, откуда мы пришли? А? Ну пошли тогда туда. Мы ходим с Вовой, выбираем мне сумочку. Вернее, Вова мне выбирает, как обычно. Потому что я не могу себе ничего выбрать сама. Я смотрю только то, что Вове понравилось, и он мне предлагает посмотреть. И в итоге все, что он мне показывает, мне все нравится. Остается только выбирать, что больше понравилось. Рюкзачки мне тоже очень нравятся, но для начала мне нужна обычная сумка какая-нибудь, которую я буду носить очень часто. Коричневая. Можно коричневенькую, я люблю. Но тут опять вот эти... Я не люблю названия, когда написаны 3400. Это нам не надо. Это нам не надо. Дома есть тортик. О, морковка мне нужна была. Чеснок есть, морковка. На улице очень хорошо. Странно, что мы сразу не решили пойти пешком погуляться. Тут магазин вообще недалеко от нас. Ой, смотрите, у меня новая сумочка. Красивая? В общем, мы сейчас в том магазине, который от нашего дома очень далеко находится. Пешком минут 10, наверное, идти. А мы почему-то решили поехать на машине. Очень странно. Было бы классно прогуляться пешком в такую хорошую погоду. Моему счастью нет предела. Это мой любимый Вовочка мне выбрал. Почему я сама не могу себе ничего выбрать? Вов, ты знаешь ответ? Нет, не знаю. Может быть, тебе нужно быть стилистом? А что, гель у нас дома есть? Можно сделать себе стильную прическу и будешь стилистом. Thank you.
Есть вещи на порядок выше, слышишь? Так, время у нас без 20:10. Я хочу Вову еще сегодня погладить. Вот это вот все. Нельзя. Почему? Сейчас воскресенье. Воскресенье! Надо погладить. Нет. Ну, Вова, когда? Завтра? После работы? Конечно. Я завтра после работы, после ужина вообще обленюсь. Не. Облиюсь. Обленюсь. Облиюсь. Чувство у меня такое, что завтра мне будет лень. Ну, субботу будем ждать. Офигеть. Какой-то как будто мямля. Диджей. Не знает, что делать. Ему со всех сторон мужики подсказывают. Сделай это. Сделай это. Надо было так сказать. Иди сейчас к ней. А он стоит, бедняга, и не знает, что делать, что говорить, куда идти. Не знаю. Так, надо посмотреть, что там с пловом у нас. Ну-ка, ну-ка, что у нас тут получилось? А, как красиво, Вовочка. Надо перемешать. Что ты подглядываешь? А, ты не подглядываешь? Сейчас сначала я первая попробую, ладно, потом тебе там. Через полчаса мне даже. Почему через полчаса? Посмотрю, как у тебя там реакция придет. Ты знаешь? Спасибо, что уделяешь внимание. Ты знаешь? Сейчас я тебе подую. Подуй. Может, чай попьем? Попей. Ты не хочешь? Были медные трубы, пожар. Я горел, потел. Больше переживал, конечно. С мяском. Да, мне тоже понравилось. Угу. Отлично. Так, мне очень нравится, как плов получается в мультиварке. И Вовочке тоже очень понравилось. Как... Ну, Вова, ну правду скажи. Когда ты говоришь вот так, что он очень вкусный, что-то слабо верится. Да вкусный. Я вижу, ты улыбаешься, шутишь так надо мной. В общем, в мультиварке плов получается очень вкусный. На 6 сентября, но это еще вообще недолго оказывается. Сегодня у нас какое? Второе. Почему? Ну, Вов, объясни мне, пожалуйста, почему, когда я куда-то записываюсь, я жду 2 недели, 3 недели. Когда ты записываешься, ты ждешь 2-3 дня. Это вообще фигня. Получается, знаешь, я тебе, когда что-то говорю, например, сделать, мол, под предлогом того, что еще потом нужно будет долго ждать, в итоге оказывается совсем не так. Оказывается, ты вообще не ждешь ничего. Все быстро у тебя получается. Угу. Не так, как у меня. Угу. Да, Вов, ну что ты, ну разговаривай нормально, ну пожалуйста. Да. Может быть, ты хочешь бутербродики нам сделать? Что ли нет? Угу. Это значит да? Угу. Ну, у тебя в животике не урчит еще, что ли? Ну-ка, дай-ка я послушаю. Я отчетливо слышу... Что там штиль? Что нет, что там буря, что там бурчание.